Я замужем с мужчиной 22 года, но отношения так и не были зарегистрированы. Уже 8 лет я инвалид и находилась на иждивении супруга. Недавно супруг скончался, вправе ли я претендовать на наследство? Да, вправе. В данной ситуации иждивенец должен обратиться с заявлением в суд о том, чтобы его по решению суда он был признан иждивенцем. После того, как у него будет на руках решение суда, он наравне со всеми наследниками любой очереди, которые будут претендовать на наследство, он наравне со всеми в одинаковых долях может претендовать на получение наследства. Oh!